Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напоминаю нашим телезрителям, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашей дискуссии, к нашим темам, которые мы, как обычно, в начале программы сами предлагаем нашим телезрителям. Или предлагайте свои. Очередной раз мы столкнулись после эфира с тем, что кто-то из вас звонил в самом конце или хотел позвонить, вот мы об этом узнаем. В общем, как-то вопросы остаются за кадром. Получается, что мы с Еленой становимся, ну, такими рупорами или трансляторами этих вопросов, которые до нас, ну, доносятся так или иначе. Вот почему так происходит, можно по этому поводу рассуждать. Это очень интересный процесс, когда люди в кулуарах за пределами передачи нас о чем-то спрашивают, как-то полемизируют, не сильно стараясь в публичное пространство попасть, позвонить. Поэтому я вас прошу, не ждите, если у вас есть какие-то темы и вопросы. Я еще раз хочу сказать, что для меня это очевидно, что вашими вопросами, в том числе вашими темами, передача и живет. Другого смысла в ней нету. Какого-то проповеднического, образовательного такого, наставнического. Мы стараемся этого не делать с Еленой. Но, тем не менее, наверное, одна из наших задач — это просветительство. То есть мы рассказываем о процессах, которые происходят в душе человека. Зачастую это сложные процессы какие-то, и не всегда им можно дать объяснение и уложить их в какую-то логику такую, да, где мы любые поступки, мысли, противоречия человека можем вот разложить и сказать: вот поступай по-другому, и будет все хорошо в твоей жизни. Елена сейчас сказала замечательную фразу. Мы говорим о том, что происходит в душе человека. Но я, ну, на мой взгляд, можно было бы всю эту фразу взять в кавычки. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас есть какое-то представление о душе, представление людей 21 века. Ну, я сейчас нас всех. Потому что это представление не является самим описанием души. Я думаю, что это понятно. Потому что как мы эволюционируем в плане техники, так же эволюционирует и наше представление о душе, о психике. Кстати, по поводу души, в психологии этого термина практически нету – душа. Там есть психика. Хотя в смысле перевода это прямая калька. Психи – это душа. Да? Но почему-то у душа… У нас звонок, Алексей. Ну, отлично. Угу. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Елена. Угу. Да, Елена, я хочу сегодня, наверное, поделиться с Дмитрием и предложить такую тему. Неделю назад я шла на новую группу терапевтическую и очень остро как-то так вспомнила то, что было раньше, предыдущую вашу группу. И так как-то накрыло тем, что там были мои родные любимые люди. И было это такое место поддержки и силы, куда можно было прийти в любом состоянии. А это уже прошло, закончилось. И я понимаю, что как бы впереди нужно продолжать искать вдвоем и делать что-то со мной, но вот это накрывшее переживание, ну, как бы, да, я хотела им поделиться и, наверное, что-нибудь поговорить про то, но это как переживание потери, как расставание с чем-то хорошим и значимым в жизни, которое потом в последующих моментах выплывает вот таким сожалением. Благодарностью, но и сожалением. Лена, можно спросить вас? Я не перебью? Нет. Скажи, мне услышалось, или вы ровно так и расположили, что вы с переживанием, ну, которое вы назвали переживанием потери,
столкнулись, или оно зазвучало в тот момент, когда вы шли навстречу. То есть как будто в ваших словах потеря и встреча каким-то образом связаны. Ну, да, это не случайное расположение, потому что новые люди, новая атмосфера, и все это требует собранности, ну или просто как бы это новое, к чему нужно, во что нужно вжиться. И в этот момент всплывают картинки того места, которое было уже обжитое. Угу. Здесь какое-то сопоставление есть, какое-то сравнение того, как это сейчас, того, как это... Да, да. Сравнение, ну, как, какое-то, знаете, как это вспомнилось недавно у Шкаренина, когда всякое новое воспринимается под такой призмой, что раньше было лучше. Что... А вот то, что есть сейчас, оно... Ну, как будто бы еще не подходит. Угу. А еще вопрос. Если бы у вас была возможность, ну, такая гипотетическая, я не знаю, выбрать новые и старые, тут очевидный выбор или нет? Ну, идти на старую группу или на новую? Ну, выбор очевидный, да. Была бы та группа, я бы пошла туда. Угу. Елена, скажите, пожалуйста, предыдущая группа, она же тоже когда-то в какой-то момент была для вас новой. Помните ли вы, были ли у вас похожие чувства, когда вы шли на ту встречу, и это также была какая-то незнакомая обстановка, люди, с которыми придется впервые встретиться? С одной стороны, да, с другой стороны, тогда не было сравнения, вот. То есть, тогда для меня это было... впервые вновь, и как бы я начинала с чистого листа для себя. И вот этого вот, как бы, группового опыта, его в такой мере не было. Поэтому там просто не нужно было сравнивать еще какой-то такой момент. Угу. Угу. А мне интересно, вы замечали за собой, вот вы говорите про сравнение, насколько для вас, для переживания вашего опыта свойственно прибегать именно... вот, ну, к этому способу переосмысления, сравнивать. И если вы сравниваете, то, ну, в какую сторону вас больше, не знаю, склоняет? Там? Ну, насколько я так себя представляю, не сильно сравниваю. Просто тут какой-то еще такой момент, что, ну, как будто бы это было найдено именно то, что надо, и оно помогало. А сейчас как раз состояние в очередной раз достаточно сложное, а то, что есть, не помогает. И вот как бы, ну, это... Поэтому сказать, что я всегда сравниваю и в какую-то там, ну, то, что было больше, чем то, что будет, нет. Это скорее как, ну, потеря чего-то такого. Да. Дело не в сравнении, наверное, в том, что всегда было раньше лучше, а в том, что то, что было, было важно. Наверное, так. Лен, а вот... если, ну, не, тут представлять не надо, я подумал, что поскольку вы говорите об утрате и о каком-то горевании, наверное, ну, о каком-то переживании утраты, то, конечно, я просто вспомнил какие-нибудь ситуации похорон или ситуации, когда люди, ну, смотрят на сгоревший дом, или люди говорят о разводе, или люди говорят о необходимости переехать из родительской семьи куда-то, да? Ну, то есть там всегда какие-то есть бытовые разговоры, где лучше, где хуже, вот. Ну, жизнь же продолжается, да? Я сейчас себя представил
Ну, где-то, не знаю, мы сейчас вот в такой какой-то компании, ну, внезапно или вот так вот вдруг возникшей. И я думаю, что лучшим способом, что ли, что должно сейчас происходить, на ваш взгляд, ну, чтобы мы эту утрату совместно как-то, может быть, пережили. Нам нужно помолчать, может быть, минуту молчания какую-то включить, или поплакать, или вспомнить добрыми словами то, что было, или что, знаете ли вы что-то об этом? Что нам нужно сделать сейчас? Что сделать, я не знаю. На этом пути из одной группы, из той, которой уже нету, в ту, которая еще, как я понимаю, не случилась как группа, поскольку, ну, там нужно что-то еще много всего сделать. Для себя я выбрала пока просто об этом рассказать, как обозначить момент, потому что, ну, это тоже важно для меня, зафиксировать просто состояние и... Ну и найти слова, наверное, да, для обозначения этого состояния. Да. Я вот думаю о ваших словах, о том, что сейчас происходит, как о времени перехода такого. Вот есть такая фраза «с корабля на бал». То есть я знаю, как на корабле, я знаю, как на балу. А вот эта частица «с», вот, ну, вот этот момент, вот этот трап, где, по которому я спускаюсь, я уже не на корабле, ну, на привычном, на своем, на какой-то группе, да, и, ну, я еще не на балу, по поводу которого у меня может быть много тревоги, много беспокойства, много злости, может быть, что меня с корабля вот оторвали, или он не идет дальше, и, ну, требуется вот куда-то в другое место переступить. И вот это мне интересно, как место жизни, которое, ну, должно быть перевалочным пунктом, но, по сути, сейчас, на мой взгляд, вы как раз о нем говорите, об этом перевалочном пункте, как о, ну, очень таком насыщенном с переживаниями, насыщенном болью какой-то, утратой, ну, возможно, и надеждами, возможно, и какими-то размышлениями, возможно, и попутчиками. Хочу спасибо вам сказать, что в попутчики вы, ну, как мне сейчас слышится, нас взяли, ну, хотя бы на какое-то время. А мы, наверное, вас в какое-то попутное движение взяли. Вы что-то сказать хотели? Да, я хотела спросить, Алексей. Вот Елена говорила, что на этом пути вот «с», которое, да, вы обозначили в этой метафоре, у нее еще чувство сожаления. Но вы говорите и про надежду. Насколько они в этой ситуации совместимы, эти чувства? Можно ли сожалеть об утраченном, но и одновременно с этим же надеяться? Может, Елену спросим? Вы с нами еще, Лен? Да. Может быть, вы скажете, сожаление и надежда для вас сейчас это... Знаете, ну, тут же как-то всегда есть рациональный выбор частично, но как бы факт окончания чего-то отрицать бесполезно, поэтому есть просто задача найти следующую точку опоры, и надежду просто приходится в себе культивировать. А вот это время перехода, оно сложное, да? Сложное, скорее, просто внутреннее состояние. Я, когда заканчивала группу, в общем-то, находилась в очень хорошем для себя состоянии и очень легко отнеслась к тому, что, ну да, это, возможно, закрылось. А, собственно говоря, состояние за этот период времени ухудшилось, и я сейчас нахожусь в ситуации гораздо лучше, чем когда-то, но, тем не менее, тяжело проживаемый, поиск вот какой-то новой внутренней опоры. Группа была хороша тем, что она вызывала во мне энтузиазм или
вот то пространство, про что смысл? Вот что-то такое про желание жить. И это происходило, потому что вокруг были люди, те люди. Я понимаю, что эта способность, в том числе, она во мне еще осталась, естественно. Только она сейчас где-то очень далеко сидит. Как-то так. Лена, вот вопрос. Для того, чтобы найти опору внутри, вы, кажется, так сказали, ну, возникла необходимость куда-то идти. Как бы вы это прокомментировали? Вот я стал размышлять над этими вашими словами. То есть как делая движение ногами, ну, снаружи, я могу к чему-то внутри. Вам что-то про этот механизм понятно, знакомо? Есть какие-то идеи? Как можно идти снаружи, чтобы к чему-то внутри прийти? Ну, для меня это встреча с людьми, с новыми людьми в определенной атмосфере, обстановке, оно помогает увидеть что-то свое и лучше с этим разобраться и прожить. То есть другие люди, они необходимы в этой жизни, поэтому приходится идти. Ну, как-то вот самой с собой не разберешься. Ну, собственно говоря, я поэтому и звоню вам в том числе, потому что это такое человеческое обращение к людям. Нужно идти к другим людям, чтобы разобраться с самой собой. Это, ну, в том числе, да. Тут что-то пробыть нужно, потому что в группе этот процесс, ну, как-то более явный, когда делаешь что-то свое, но при этом полезное другим, или откликающееся. И вот это вот совместное зарождение, заражение здоровьем, оно самое. Интересно, а полезность ведь она имеет... Ну, нельзя быть полезным на всю жизнь, да? Ну, это только, не знаю, надеюсь, никого не оскорблю, одному человеку, человеку-богу, он был... Ну, случился нам полезен, вот на протяжении 2000 лет он нам своими действиями полезен. А людям надо каждый день, ну, что-то... Ну, вам нужно что-то делать каждый день, чтобы быть полезной. Ну, я имею в виду, то есть это... истощаемый ресурс. Нельзя быть полезным раз и навсегда. Ну, как будто бы это тоже требует постоянного, как воздух, как еда. Ага. То есть нужно постоянно быть полезным, и, ну, тогда как-то жизнь... И это как-то связано с, ну, с душевным состоянием, я так понимаю, да? То пользу просто очень какое-то утилитарное. Тут скорее какое-то, что нужен взаимообмен, нужно что-то брать, давать какое-то такое. То есть и это не в материальном смысле, но как бы польза не прагматическая, а душевная. Спасибо, Елена. Мы сейчас с Алексеем еще, спасибо. Наверное, поговорим. Да. Спасибо большое за звонок и за доверие нам. Так достаточно открыто вы рассказали о своей истории. Ну, да, я думаю, что как это, наш диалог в эфире закончился, но, возможно, он на каком-то таком уровне не закончился. Да, есть что обдумывать. Я бы, конечно, был за, чтобы кто-то из наших телезрителей тоже как-то включился и прокомментировал. Но, на мой взгляд, Елена сейчас очень много таких каких-то вопросов, ну, текущего, что ли, времени поставила. И вот этот конечный вопрос пользы, рассматривание
себя с позиции полезности, да, то есть это, в общем, такой очень важный какой-то критерий. Я знаю большое количество людей, которые определяют себя как людей через идею полезности, то есть пока я полезный, я, ну, я человек, и как будто, ну, родившиеся дети, они такие в этом смысле полуфабрикаты, им нужно научиться, ну, знания какие-то приобрести, что-то научиться делать руками. Ну, то есть они становятся людьми, ну, в социальном смысле, для мы их видим как людей, да, когда они становятся, ну, полезными. Ну, при этом бывают же семьи, где я там предполагаю ребенку вот эта функция полезности, она... Ну, в какой-то степени навязывается родителями с момента рождения, когда семьи, у них рождается ребенок для сохранения семьи, да, то есть это вот как попытка сохранить семью. Да, полезность возникает раньше, чем родился ребенок. Человек осознает сам себя вообще даже. Да, или полезность, ну да, сохранить семью, удержать какие-то отношения мужчины и женщины, получить материнский капитал, ну, например, да, для того, чтобы, да. Вот, чтобы, в конце концов, родственники отстали, которые уже замучили просто с вопросами, когда у вас появятся дети, да, вот им присылаешь фотографию, они на время, ну, отстают, занимаются чем-то другим. Ну да, и вот эта вот идея полезности, она как будто продолжается в... Ну, не как будто, а продолжается. Вот сейчас Елена об этом говорила, какой-то взаимной полезности. И вопрос истощаемости ресурса. И вопрос того, что когда мне хорошо, задумываюсь я о том, что мне, ну, что я кому-то полезен и кто-то мне полезен, или я об этом думаю только тогда, когда мне становится плохо, да? То есть, как я слышу, вот эта полезность, она тесно связана с чувством собственной значимости. У нас звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Да, Катя, здравствуйте. Екатерина, здравствуйте. Хотелось бы, я сейчас смотрела передачу, и очень много чувств тоже задето в этот период было, пока слушала и Лену, вас. И продолжить как бы о своих переживаниях, наверное, тоже хотелось бы. О сравнении с потерях, потому что, ну, тоже такой непростой сейчас период в жизни. Потери. Я совсем недавно потеряла отца, и вызвала у меня очень такие чувства, ну, переживательные, так сказать. И вот этот вот момент тоже о своих переживаниях, о том, как, куда их можно применить. Я вот еще подумала о доверительности, о том, что вот, в группах, то, что можно принести и довериться, вот как раз о своих переживаниях. Ну, ты знаешь, что там есть помощь, там есть, ну, какие-то, может, ответы или отклики, или что-то такое. А у вас есть, Катя, опыт посещения терапевтических групп? Да, у меня есть опыт. Также. Катя, я хочу выразить соболезнование свое в связи со смертью вашего отца. Вот я сейчас об этом услышал, как-то захотелось откликнуться. Я вот о чем подумал в связи с вашими словами. Может быть, неожиданный будет разворот. Я вот сейчас подумал о том, что, возможно, психотерапевтические группы, как, ну, действительно в свое время очень... такое серьезное открытие, где-то я встречал слова о том, что в 20 веке было два грандиозных открытия вообще в человеческой культуре, в человеческой жизни. Это атомная бомба и психотерапевтические группы. Ну, все остальное вот как-то вокруг этого строится. Да. Вот. И идея вот какая. Когда вы сейчас говорили, вдруг у меня возникла мысль о том, что психотерапевтические группы стягивают на себя идею доверительности. Как это, может быть, ни странно, ни парадоксально. А стягивают они откуда? Может быть, из семей, может быть, из... А может быть, не стягивают, я не знаю. Но мне захотелось по этому поводу подумать. То есть как будто я знаю, и это хорошо, и у этого есть обратная сторона. Я знаю, где есть люди, которые не осудят,
не будут меня критиковать, выслушают. Не будут давать оценок, да, не будут хорошо, давать оценок. Плохо, да. Правильно, неправильно. Сами будут в этом нуждаться, в том, чтобы я ответила как-то на то, что они говорят. И ответила люди... сопереживанием, да, а не вот как раз упаковыванием этой истории вот в какие-то привычные категории, да, которые я уже озвучила. Ну, в общем, да. Эти люди не в моей семье, как будто, да, и не среди моих родственников. Как такие размышления вам, Екатерина? Если вы с нами еще. Да, я с вами. Ага. Ну, может быть, я немножко в такую злую сторону повернул, что ли. Да, попытка вот это стяжательство групп увидеть и тоску людей, понятную мне, когда с группами что-то происходит, а с ними всегда что-то происходит, группы все время трансформируются, они все время, какой угодно, о каких угодно мы группах можем говорить, да, семья, вот вы сейчас говорили, это же группа тоже, и в ней происходит изменение, работа — это тоже группа, и в ней тоже, очевидно, происходит изменение, психотерапевтическая группа — это тоже группа, психотерапевт уходит, умирает, работа заканчивается, да, всякие какие-то моменты бывают. Вот. У нас не так много времени до конца программы, Катя, но я хочу задать вам вопрос. На ваш взгляд, вот вы говорите, вы сейчас находитесь в периоде переживания утраты. Опыт участия в группе, в терапевтической, и где вы можете рассказать и поделиться своими переживаниями, и опыт общения с близкими, с подругами, где вы также делитесь переживаниями. Есть ли разница? То есть как вы ее ощущаете, не ощущаете? Я ощущаю, просто опыт — это же группа, это подразумевает много людей, все равно больше. Вот. А все-таки с подругами это как-то более индивидуально, но опыт с группой все равно мне дает, как-то я сейчас запуталась, опыт с группой дает мне опыт или дал мне опыт, вот этот вот. Не так остро, может быть, или... Если предположить, в группе реакции людей, они же непредсказуемы, то есть своих подруг, наверное, вы знаете лучше и можете предугадать их реакцию. Я человек такой очень долго, наверное, подпускаю к себе, и был просто, значительное время, проверено временем, наверное, вот эти вот моменты. Поэтому вот так и говорится о том, что ты идешь и знаешь какие-то... идешь за опорой, наверное, вот по этому поводу. Угу. Угу. Спасибо за звонок. Спасибо, Катя. Екатерина, вам. Я думаю, что от нашего разговора шлейф еще и на следующую передачу будет. Я просто слышу, что у нас не так много времени. Вот что хочется сказать по этому поводу. Вот два звонка. Елена звонила, Екатерина. И я большую часть своей профессиональной жизни провел в группах как ведущий и большую часть как участник групп, да, на супервизиях и так далее. Я думаю, что это очень такой важный, мощный, может быть, отчасти для нашей страны, в том числе мощный инструмент нащупывания вот какой-то совместности, какой-то такой социальности. У нас история, во многих моментах какая-то мрачная, вопросы доверия друг другу, они под большим, вопросы под вопросом, да, mm-hmm. Можно ли доверять, а что там скажут, а они передадут ли, они повернут ли. И, в общем, как-то действительно очень много тревоги перед встречей. То есть нам нужно провести огромную работу перед и внутри встречи, чтобы, хоть как-то быть по-человечески друг с другом. Спасибо большое Елене и Екатерине за звонки. Спасибо вам, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Вам тоже спасибо, Елена. Всего доброго. Берегите себя. До свидания.